Всем привет! Сегодня будем готовить греческий салатик. Для этого нам понадобятся листья салата, зеленый лук, огурчики, помидорчики, перчик, лимон, соль, перец, маслины и сыр фета. Итак, листья салата мы просто порвем. Дальше режем перчик на такие квадратненькие кусочки. Помидор мы нарезаем долечками. Лучок мы тоже нарезаем меленько. Огурчик мы тоже нарезаем кубиками. Сыр фета мы тоже нарезаем кубиками. Дальше мы в нашу тарелочку мы добавляем маслинки. Итак, немножко добавляем сольки. Выдавливаем сок лимончика. Добавляем молотый перчик, чуть-чуть, немного. И добавляем 3 столовых ложки растительного масла. И теперь все это аккуратненько перемешиваем. Вот такой вот у нас вкусненький салатик получился. Пробуйте, готовьте. Это очень вкусно. И до новых встреч. Приятного аппетита!